Gigabyte A520M S2H. Бюджетная игровая плата для недорогого ПК. Перед нами материнская плата формата MicroATX от компании Gigabyte, оснащенная чипсетом AMD A520 с гнездом процессора AM4. Модель поддерживает процессоры Ryzen 3-го поколения. В фирменной коробке Gigabyte черно-золотистого цвета находится сама материнская плата, документация, диск с ПО и два SATA-накопителя. На обратной стороне коробки можно посмотреть ключевые характеристики модели. Элементная база платы расположена на темно-коричневом текстолите с вкраплениями серого. Порты и разъемы оптимально размещены по периметру. Доступ к ним не затруднен. На лицевой стороне разместился разъем для установки CPU, два слота для установки оперативной памяти стандарта DDR4 в двух- и одноканальном режиме с суммарной емкостью до 64 ГБ. Поддерживаются планки с частотой до 5100 МГц в разгоне. В нижней части три слота PCI Express версии 3.0. К процессору подключен только тот, что посередине, который использует все доступные 16 линий. Также плата позволяет подключить один SSD стандарта M2 и до 4 SATA-накопителей. Для сетевых соединений предусмотрен гигабитный контроллер Realtek RTL8118AC. Звуковая подсистема основана на 8-канальном чипе Realtek ALC887. На боковую панель вынесен комбинированный 6-контактный разъем PS пополам, порты HDMI, DVI-D и DSAP, 4 разъема USB версии 3.2, 2 разъема USB версии 2.0, разъем RJ45 для сетевого кабеля и 3 аудиоразъема. Поговорим о системе охлаждения. Помимо коннектора для питания процессорного кулера, предусмотрено 3 гибридных разъема для вентиляторов корпуса или помпы водяного охлаждения. Есть термодатчики с возможностью мониторинга нагрева компонентов через утилиту Smart Fan 5. Итак, перед нами неплохая бюджетная плата для компьютерного корпуса формата MicroATX. Создать на ее базе топовый ПК для новинок игровой индустрии не получится, но собрать стабильную компактную машину для универсальных задач вполне.